Директор Каннской школы биатлона Николай Козлов уволился после критики известного комментатора Дмитрия Губерниева. Она прозвучала прямо во время телевизионной трансляции. Заявление Козлов написал еще в конце декабря. Официально освободили от должности его 16 января. Мужчина утверждает, что комплекс отвечает всем необходимым требованиям. Там регулярно поддерживали порядок, и ни одной жалобы ни от тренеров, ни от родителей не поступало. Он также предположил, что родители, которые пожаловались Губерниеву на стадион, просто хотели бы, чтобы комплекс выглядел иначе и выдали это за несоответствие. Это все, что голословно говорят, и просто, конечно, непонятно, почему Дмитрий Губерниев, не разобравшись в этой ситуации, на всю страну якобы оскорбляет, конечно, главу города Каннск. Это, конечно же, может быть, вообще ни в какие рамки не лезет. Напомним, в декабре прошлого года известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал власти Красноярского края за убогий, по его словам, биатлонный комплекс в Каннске. Сообщение, в частности, было адресовано депутату ЗАГС Собрания и председателю комиссии по подготовке к Универсиаде 2019 Павлу Ростовцеву. В 2014 году между ними произошел конфликт. И с того дня оппоненты не упускают возможности задеть друг друга. В этом году, начиная репортаж с четвертого этапа эстафеты Кубка мира, Дмитрий Губерниев сообщил, что родители юных спортсменов Каннска пожаловались ему, что будущие призеры утопают в снегу. Седьмому каналу экс-директор Николай Козлов ответил, что в тот период в городе был сильный снегопад и чисто физически невозможно было полностью очистить трассу.